Это программа «Реальные бомжи». Зарабатываем на хлебушек. Опа, бля. Пентиум. Быть бездомным — это не так уж и плохо. Главное, что найти покушать, там, поговорить. Еще если есть охота крепкая, то жизнь вообще удалась. Ебать. Сигаретки не найдется? Мал золотник, да дурак. Маленький хуёк, в пизде королёк. В бензин отсосём. Кастом. Долларов 100 уйдет на eBay. Вообще. Блин, Тиаго за такую хуйню много денег просит. Там не твердо. Потянь, ты нормально? Баня, ты нормально? Нормально. Папируски не найдется. Сука, текаем. Он в единее его таскал, нормально, садись, он справится. Малой, сказку расскажу. Ебать, ты много каши на завтрак ел. Ноги уже не те. Ебать, блядь. Отнеси меня на теплотрассу, блядь. Друзья, скоро я еду на сноубордический контест Board Hub. Наша команда называется «Ярославские бомжи», я думаю, анонс вы все видели. И сегодня я буду перевоплощаться и тестировать свой, как это называется, когда, ну типа японская вот эта тема, когда косплей, вот. Да, сегодня я буду косплеить бомжа, хотя почему косплеить? На самом деле это просто моя рабочая одежда, я так хожу день через день, так что все нормально. В общем, поехали. Начинается наш... прекрасный косплей с свитера. Свитер, к счастью, не ношенный, поэтому носить его будет не так мерзко. Да, он чистый, он нулевый, но он с совка. Вот, для аутентичности, я думаю, на второй день я его заблюю специально, чтобы он точно был как у бомжа. Все, ништяк. Похож на барда? Ну, такой. На побольше лука. Да?
Да, Грушевский фестиваль. Вот так. Следом у нас идет вот эта замечательная хуйня. На ней явственно видны следы ржавчины. Возможно, это моча. Не знаю, нашел в гараже. В общем, ржавые заклепки присутствуют. Меня очень интересует вот этот градиент, почему здесь одно, здесь другое, но не суть. В общем, опционально есть две возможности носить эту хуйню. Так, убираем крашеные волосы, бомжи не красятся. Вот, можно как бы надеть вот так, чтобы уши были в сохранности. Можно сделать вот так, как пищи. Как когда ушки ходить? В сохранности. Можно вообще поднять, а? Когда ушки в сохранности. Значит, оставляем ушки в сохранности. Бомжи в первую очередь заботятся о своем здоровье, потому что на теплотрассе не всегда тепло. Вот. Далее. У нас есть вот такие вот понтовые валенки. Я специально их не отряхал от грязи, чтобы было максимально аутентично. Блять, извини. То есть ты всю грязь решил в мастерскую принести, да? Нет. Надеюсь, там крысы нету какой-нибудь. Пиздец. Интереснее. Что-то я не подумал об этом. Ну да ладно. Моя задача сегодня протестить, чтобы понять, ехать в этом или подбирать себе другую. Еще нашел вот такой понтовый рюкзак. То же самое, следы бомжевания на лицо. Даже не придется специально эти вещи как-то состаривать или делать еще что-то, чтобы придать им аутентичный видок. Я, в принципе, видел пару бездомных парней вот с такими штуками. Пиши там в комментариях, ставь лайк, если у твоего деда был такой же. Да. Почему был у моего до сих пор? До сих пор? 8 гоняют? Да. Еще знаешь, они все носят эти жилетки с 1000 карманов, как у Вастермана. У меня батя такой гоняет. Рюкзак готов, стропы. Как ремни от калаша. Надежная штука. Бомжи с хуйней не этот. Не возятся. Так, нашел вот такие вот. Ну это ты прям будешь элитным бомжом. Рабочие штаны, да. Я их работал на электросетях. Вот, есть вероятность, что бомж мог заполучить такие с помощью воровства. Ладно, у меня есть еще несколько штанов. Это так, чисто проба пера. Это мы назовем лук бомжа номер один. Что, свитер наверх или лямки наверх? Лямки наверх, конечно. Вот. Так, это же сноубордический контест. Я сноубордический бомж. А? Так, блядь. Вам... Неохота. Есть решение. А? Ну, бахилы 2.0. Вязка весит килограмм 5. А когда она намокнет в луже, она будет весить все 25. В общем, воняет саниной, молью, тухлым шифонером. Желтизна на подмышках нам говорит о том, что эту штуку любили носить. Вот, да. Самое приятное. Вещь в гардеробе, но все же. Ну, сюда будет класться бутылка Абалоне или Охоты Крепкого. Бомж же пьет только крепач. И варежечки, чтобы тепло было. Чтобы пива сдержать не голыми руками. Вот такой у нас получился лук. Что скажете? А? Похож на бомжа или нет? Штаны поменять надо. Штаны менять? Да, штаны слишком мощные. Слишком дорого-богато. Ну что, как назовем этот лук? Полярник? Бард? Я у мамы лучший. Друг деда. Чувак из гаражного кооператива. Обшельник.
ладно. Что мне нужно сделать, чтобы быть похожим на бомжа? Что надо меня менять? Грязь, ладно. Типа, в грязи изваляться можно. Лицо слишком пиздец. Лицо тоже измажу. Шапка пиздец. Короче, когда-то оставляем. А почему у меня как у эксперта спрашивают? Никита, главный эксперт по бомжам. Так, перчи оставляем? Да, перчи оставляем. Вот этот зипун, блядь, оставляем. У меня еще есть фуфайка грязная. Фуфайка? Сейчас покажу. Дорогие друзья, 31 марта 2023 года, во 2 апреля, мы едем на сноубордический контест. Борт Хаб. Всех ждем, команда «Ярославские бомжи». Не развлечения ради, здоровья для.